Да, мужчина может жаловаться на то, что он устал. Да он правда может быть устал. Что если вы ему предложите на 2 дня куда-то уехать? Если вы стесняетесь мужчины, ну так найдите себе женщину-фотографа. И пусть вам сделают фантастические новые кадры. Запомните, мужчине действительно нужно сначала отдохнуть, поспать, набраться сил и там уже потом любовь воротить. Муж не хочет меня. Такое очень часто бывает. К сожалению, женщины часто даже радуются этому факту. Ну, потому что муж не хочет меня, не нужно вот эти вот минеты, массажи, анальный секс. Ну и вообще, собственно, есть возможность спокойно лечь спать, расслабиться и отдыхать. Но на самом деле нужно помнить, что это начало разрушения отношений. Потому что сначала вы радуетесь тому, что у вас секса нет, потом плачете по поводу того, что ваш муж изменяет. Потому что я всегда говорю, любовнице имеет смысл сказать огромное спасибо. Спасибо, дорогая, что делаешь что-то вместо меня. Чтобы такого не было, вы обратились к грамотному специалисту Федоровой Екатерины, секс-коучу №1. Да, кстати, я книжку недавно написала. Надеюсь, что вы уже ее прочитали. Инструктор по гармонизации интимной сферы. Если нет, внизу есть ссылка, пройдя по которой вы можете эту книгу приобрести. Итак, что же делать, если муж не хочет меня? Во-первых, совершенно бессмысленно читать ему нотации. Вот, да ты ничего не можешь, да ты просто-напросто достал, ты меня не приголубишь. Большинство женщин начинают обвинять мужчину в том, что он что-то там не делает. Но давайте честно, вы хотите сохранить отношения, вы хотите больше любви, так сделайте и сами что-то. Я предлагаю вам 5 прекрасных выходов из этой ситуации. Первый. Попробуйте организовать мужчине супер крутой бомбический минет. Я для вас приготовила подарок. Новый урок по оральным ласкам. Внизу переходите по ссылке, оставляйте свою электронную почту, оставляете галочку, что вы согласны получать от меня письмо, и мой урок по оральным ласкам к вам приходит. Обязательно посмотрите его и обязательно организуйте мужчине эту ночь любви. Ведь если мужчина говорит, да, я устал, что-то на работе, может, он правда устал. Самый крутой способ заняться любовью, это когда он просто сначала ничего не делает, а потом, как говорится, вошел во вкус и уже занялся непосредственно любовью и получил удовольствие от этого. Второй способ. Организуйте мужчине секс-выходные. Да, мужчина может жаловаться на то, что он устал. Да он правда может быть устал. Что если вы ему предложите на 2 дня куда-то уехать? Пристройте ребенка и организуйте классное место, где есть роскошный спа, баня, бассейн, тренажерочка и просто возможность погулять, покайфовать. Ничего страшного, если первый день он натурально будет просто-напросто отсыпаться. У вас не должно быть такого, ну вот, я его пригласила на секс-выходные, а он тут тварь такая спит. Запомните, мужчине действительно нужно сначала отдохнуть, поспать, набраться сил и там уже потом любовь воротить. И это точно. А ближе к ночи, к вечеру вы ему организовываете акт любви. Тут, кстати, пригодится урок, который вы уже успели наверняка себе скачать. Третье. Начните соблазн в ванной. Вау! Если у вас есть душевая кабина или красивая ванна, начните соблазнять именно так. Кстати, недавно, хотя нет, не недавно, давно, я снимала урок по соблазнению в душе. Надеюсь, вы его помните, надеюсь, вы его посмотрели и даже применили на практике. Да, был у нас очень крутой курс, назывался «Земная богиня». Ну, собственно, почему был? Он у нас еще и остается. Очень вам рекомендую. Так, идем дальше. Есть еще один способ соблазнить своего мужчину. Организовать бомбическую сексуальную фотосессию. Да. Поверьте, найти художника, фотографа, который делает эротические фотографии. Если вы стесняетесь мужчины, ну, так найдите себе женщину-фотографа, и пусть вам сделают фантастические новые кадры. Там, где вы в рубашечке, не в рубашечке, в нижнем белье, совсем без белья, очень провокационные и очень соблазнительные. Поверьте,
Это лучший способ повысить свою самооценку, улучшить настроение, ну и соблазнить, конечно же, своего мужа. Соблазнить его заново, ведь там на фотосессии у вас будет совсем другой образ, совсем другая картинка. Самое главное, не отправляйте ему весь файл со всеми фотками. По одной фоточке где-то раз в неделю. И если вы организовываете себе классную фотосессию, то вам контента может хватить на целый год. А там, глядишь, войдете во вкус и станете чаще себе организовывать такие подарки. Еще один вам прием на закусочку. Снимите возбуждающий ролик подглядывания. Не поверите, но одна из очень распространенных эротических фантазий – это подглядывание. Попросите подружку вам помочь и снимите что-то похожее. Смотрите ролик. Ну что ж, снять такой ролик – ничего сложного, только пусть на вас будет поменьше одежды, ну а я себе такую роскошь позволить не могла, так как это канал YouTube. Я буду рада, если вы подпишетесь на рассылку, посмотрите мой урок по оральным ласкам, обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, ну и, конечно же, ставьте большой жирный лайк. А внизу в комментариях делитесь своими приемами. Как вам удается сохранять свою женственность, сексуальность и заставлять мужа хотеть вас долгие годы? Поверьте, это на самом деле возможно.